Здравствуйте, подписчики моего канала. Для данного видео откупил уток. Голубой фаворит. Порода называется. Вроде бы как должны вырасти большими. Посмотрим. Пока им месяц. Они, ну как, утки как утки. Много едят. Когда голодные кричат. Проблем особых нет. Не выпаек, ничего. Не надо было. Брались они суточными. Сейчас им уже месяц, там чуть больше. Сегодня у нас май 14 или 15. Вот эти, которые серые, должны быть более мясные, белые, более сольные, скажем так. Ну, посмотрим. Я думаю, через месяц, месяца через два, они уже должны достигнуть своего веса нормального. Едят рацион, естественно. Запаривается им. Не запаривается, а дерть с водой в перемешку. Они ее, если воды побольше даешь, они ее лучше выедают. Ну и в траве ползает, значит, траву пытается есть. Ну, трава для уток, конечно, это не корм. Гуси другое дело. Ну, посмотрим, как белый фаворит вырастет до каких размеров. Вот такие утки. Быстро. Утки, в чем достоинство уток? Быстро, дешево и сердито, скажем так. Единственное, конечно, едят они много. Едят они не останавливаясь. Едят много, а гадят еще больше, поэтому... Единственный недостаток, сейчас нет кабачка. С кабачком вообще хорошо их там. Тогда они едят дерти поменьше, зерна. Ну, а сейчас пока маемо-шамаемо. Соответственно, уже сейчас они набрали вес за месяц. Вот видите, за месяц это у них где-то килограмма по полтора, до двух килограмм вес. Да, серые такие покрупнее, повеселее. Ну, что я хочу сказать. Утка крупная. Видно по ней сразу. Думаю, нас не обманули на инкубаторе. Посмотрим. Да, растут, конечно, хорошо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго.